тазик и капут. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это домик роботов. Еще очень рано. Робот, ты уже проснулся? Доброе утро. Что там? Сюрприз! Робот не понимает, что это. Привет, роботы! Это же яйцо с сюрпризом. Синий робот, бросай яйцо вниз. Бабах! А, вот кто раскрашивает яйца с сюрпризами. Это Лея. А Лёва ей помогает. Привет, Лёва. Привёз детали? Привёз. Детали нужно спрятать в яйца. Закрывай! Поехали прятать сюрпризы! Лёва и Лея будут прятать яйца с сюрпризами, а их друзья, Капу, Грузик и роботы, будут эти сюрпризы искать. Подумайте, куда положить яйца? Так, одно яйцо сюда. Одно сюда. Лее не понравилось, как Лёва спрятал яйцо. Слишком легко. Так лучше. Спрятал. Экскаватор Капу выезжает из гаража. О! А, а. Интересно. Грузик тоже нашел свой первый сюрприз. Куда роботы катят свое большое яйцо? Смотрите, что я нашел. И я. И роботы. Это яйца с сюрпризами. Давайте их откроем. Грузик, будет весело. Что у Капу? Вагончик. А у роботов? Детали дороги. А у грузика что? Еще вагончик. Соберем дорогу. Вагончики ставьте на рельсы. А где же другие детальки? В других яйцах. Но их надо найти. Ура! Всем очень понравилась эта идея. Вперед за сюрпризами! Грузик ищет яйца под деталями сломанных автомобилей. Что-то круглое. Яйцо? Это фара. Нашел? Да, молодец. Ой, а что делает Капу? Он не ищет яйца. Готовит? Я готовлю свой сюрприз. Это будут шоколадные яйца. Очень вкусные. Объеденье.
А вот еще одно яйцо с сюрпризом. Осторожно, робот. Вставай. Лея, поможешь роботам? Роботы! Холодно! Тут ничего нет! Теплее! Теплее! Холоднее! Горячо! И фиолетовый робот нашел яйцо. Пора все раскрыть. Паровоз. А что у тебя, грузик? Вагончик. Рельсы и мост. А где капу? Сюрприз! Экскаватор привез друзьям вкусные яйца из шоколада. Давайте запускать поезд! Ту-ту! Как весело! Всем очень понравился день с сюрпризами!